В Пакистане после вчерашнего теракта, самого крупного в истории страны, подозреваемых ищут не только полицейские, но и военные. Уже арестованы 50 человек, найдены несколько складов с оружием. Напомню, террорист-смертник взорвал себя в парке развлечений города Лахор. Это случилось в разгар празднования католической Пасхи, и в парке было много семей. В результате свыше 70 погибших и более 300 раненых, много детей. Ответственность взяла на себя группировка «Джамаат-уль-Ахрар», радикальное крыло пакистанских талибов. Президент России в связи с трагедией выразил народу Пакистана соболезнования.